Знаменитое романовское овцеводство вновь возрождается в наши дни. Шайбулакский комплекс – головное предприятие аграрно-промышленной фирмы «Марий-Эл», что значит «Марийский край». Овцы этой породы славятся своей плодовитостью и качественной шерстью. Специализация на промышленной основе уже дала свои результаты. Сейчас в «Марий-Эл» 90 тысяч овец романовской породы. А к 1985 году хозяйство будет иметь их уже несколько сотен тысяч.